Телерадиокомпания «Витебск» представляет. Что ж, друзья, здравствуйте! Мы готовы согреть вас своей заботой и новинками от участников проекта «Упаковка». В студии Наталья Парфенова, в эфире программа для покупателей. Усаживайтесь поудобнее, делайте звук телевизоров громче. Мы начинаем. Друг и партнер нашей программы – кондитерская фабрика «Витьба». Насладитесь волшебным разнообразием вкусов. Хочешь поймать лавину призов? С 23 октября по 17 декабря купи любые пирожные Snow Max, собери 6 упаковок и отправь их по адресу 220-035, город Минск, абонентский ящик 62. И получи шанс выиграть планшет, телефон, мягкую игрушку или рюкзак. Розыгрыш призов каждые 2 недели. Подробности на сайте snowmaxigra.by. Можно сколько угодно говорить слово «халва», но от этого во рту слаще не станет. Вот так и с фитнесом и желанием похудеть. Пока мы не возьмем дело в свои руки, мы не добьемся положительных результатов. Готовы? И мы тоже. Итак, дамы и господа, в каждом выпуске нашей программы мы будем вас знакомить с различными видами фитнес-направлений вместе со студией красивого тела Enjoy Dance и программой полезного питания вместе с кондитерской фабрикой «Витьба». Давайте вместе станем красивее, активнее и, как следствие, счастливее. Поехали! Всем привет! Сегодня мы представим тренировку коррекции фигуры с использованием степ-платформы. Располагаемся на степ-платформе, носочки смотрят вперед. Делаем с вами неглубокий присед и добавляем выпад в сторону. Мы прорабатываем внутреннюю и внешнюю часть бедра. Выдох на усилие. Усиливаем нагрузку. Из приседа, ручки перед собой, носочки смотрят вперед. Опускаемся, делаем с вами 3 пружины внизу и в прыжке меняем ногу. Раз, два, три и меняем ногу. Раз, два, три. Отлично. Пружинкой мы с вами усиливаем напряжение в ягодицах. Уходим с вами на край платформы, опускаемся. Крепко держимся за края платформы. Ножки свисают над полом и попеременно подтягиваем к себе коленочки на грудь. Раз, два, три, четыре. Работают прямые мышцы пресса. Выдох на усилие. Усложняем задачу. Работают обе ноги. Выдох, выдох. Отлично. Усложняем задачу. Руки держим перед собой. Ножки от себя для упора. Делаем скручивание. И врастаем. Выдох. Продолжаем. Налево. Выдыхаем. Хорошенечко скручиваемся, дабы хорошо проработать косые мышцы. И последний раз опускаемся с вами на коврики. Одну ладонь на степ-платформе. Пальчики смотрят вперед. Вторую на пол. И глубоко опускаемся вниз. На вдох, на выдох. В центре мы меняем ладонь. Выдох. Тем самым мы прорабатываем грудные мышцы. Работаем на красивые руки. Приглашаем вас к нам в студию красивого тела Enjoy Dance. И вместе с нами вы будете всегда в отличной форме. После активной физической нагрузки я рекомендую вам перекусить. Даже если вы сидите на диете, через 30-60 минут после тренировки, неважно, утром она была или вечером, побалуйте себя вкусной и полезной продукцией от кондитерской фабрики «Витьба» – «Фитнес-линия». Сегодня мы попробуем хлопья мультизерновые с пшеничными зародышами. В их состав входит пшеница, рожь и рис.
не рекомендуют употреблять с каким-то молочным продуктом. Например, с молоком, кефиром, с жидким йогуртом, с соком или с молочной сывороткой. Я выбираю молочную сыворотку с добавлением сока. Обязательно попробуйте эти хлопья от кондитерской фабрики «Витьба» фитнес-линия, и вы всегда будете в отличной форме. Также их можно употреблять на завтрак и вместо какого-то одного приема пищи, например, на ужин. И тогда ваши формы будут невероятно соблазнительными. Вкусно и полезно! Ученые утверждают, что сладости вырабатывают в организме эндорфины – гормоны радости. А мы и не против время от времени побаловать себя чем-то вкусненьким. Сегодня это будет бисквитный рулет «Мамита» от кондитерской фабрики «Витьба». У нас с вами есть потрясающая возможность окунуться в технологию производства. Итак, тесто уже замешано и тонким, аккуратным слоем распределено на ленту. Благодаря новейшим технологиям оно практически моментально запекается в печи при температуре 220 градусов. А это важно, что бисквит был хорошо пропечен и в то же время воздушен. А главное, он должен хорошо скручиваться, не теряя при этом товарный вид. Теперь бисквит пропитывают сиропом для большего аромата. А аромат здесь, надо сказать, стоит потрясающий. Конвейер не останавливается ни на минуту. К нашему рулету присоединяется начинка. Она бывает разной. Вишня со сливками, молочная, вареная сгущенка. Но сегодня это будет начинка с какао. Теперь этот кондитерский шедевр вместе с начинкой аккуратно скручивается в рулет. И далее разрезается на порции и декорируется глазурью. Каждому рулету полагается индивидуальная упаковка, чтобы надолго сохранить его свежесть. «Мамита» от испанского «Мамочка». Этот десерт создаст в вашей семье атмосферу гармонии и единения и подарит прекрасный повод для общения с близкими. А это не купишь ни за какие деньги. Сегодня мы вам рассказали о производстве бисквитного рулета «Мамита». Но наша сладкая история продолжается. Попробуйте кулинарное волшебство на вкус. Следите за эфиром и выбирайте свое любимое сладкое лакомство от кондитерской фабрики «Витьба». В США приготовили самый длинный в мире ролл «Калифорния». Его длина составила более 153 метров. Но вы ведь понимаете, что для достижения результата необходимы не только кулинарные навыки, но и специальная посуда. Допустим, вы решили установить собственный кулинарный рекорд и приготовить самый вкусный в мире борщ. В этом вам обязательно поможет магазин брендовой посуды «Любимая кухня в Витебске». Магазин «Любимая кухня» в Витебске представляет отменные, а порой и эксклюзивные предметы кухонной утвари от ведущих производителей брендовой посуды. Бельгийская компания «Бергов» производит экологически безопасную посуду и аксессуары, делая акцент на здоровом питании. Большая часть посуды «Бергов» изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Считается, что нержавеющая сталь обладает бактериостатическими свойствами, она не подвержена коррозии и при нагревании металл не выделяет вредные вещества в пищу. Посуда «Бергов» имеет уникальное запатентованное дно, 6 основных слоев и 3 дополнительно связующих, благодаря которому кастрюли и сковороды не деформируются, а пища не пригорает. Большинство посуды «Бергов» позволяет готовить пищу без использования масла и жира. Она не окисляется и не портит истинный вкус здоровой и свежей пищи. «Любимая кухня» также рекомендует посуду торговых марок «Гипфель», «Маэстро», «Кальве», «Валтер Глаз» и «Пежо». Да, той самой компании, производящей автомобили. Здесь представлена уникальная серия мельниц для специй от Peugeot. Это лимитированная коллекция, которой нет ни в одном другом магазине посуды нашего города. Ассортимент посуды в магазине «Любимая кухня» более чем разнообразен. Это сковороды и кастрюли, ножи из высококачественной стали и керамики, стильная посуда и аксессуары для кофе и чая, прочные разделочные доски из натурального дерева, столовые приборы и наборы для барбекю, чайники, ковши, сотейники, казаны, френч-прессы, посуда для выпечки и многое другое. Дизайнеры представленных компаний используют разнообразные материалы для создания максимально надежных, прочных и эффективных предметов, делающих процесс приготовления пищи простым и приятным. Благодаря высокому качеству и своей эстетичности, посуда, представленная в магазине «Любимая кухня», быстро завоевала популярность у всех, кто ценит здоровую пищу. К тому же магазин «Любимая кухня» приятно радует не только ассортиментом, но и ценами, которые здесь абсолютно приемлемы. Кроме того, возможна бесплатная доставка товара по Витебску.
Молодоженам, именинникам и новоселам скидка 10% на все товары. А если вы собираетесь сделать подарок, но не знаете, что именно предпочтет получатель, купите сертификат на любую сумму. Спасибо! Акций много не бывает, и здесь покупателей балуют ими как нигде. Например, в этом месяце скидка 15% на все наборы столовых приборов. Приходите в магазин «Любимая кухня», почувствуйте новый вкус к жизни. Все выпуски нашей программы доступны на нашем сайте vtv.by и на официальном канале в YouTube. Если вы желаете, чтобы мы рассказали о вас, оставьте заявку в нашей группе ВКонтакте «Упаковка. Реклама в Витебске» или звоните на телефон МТС 711-17-37. Мы всегда рады новым участникам проекта. На сегодня это все. С вами была Наталья Парфенова. Всем хорошего настроения, отличного сервиса и выгодных покупок. До встречи!